Мы приехали в Curry State Park. Что-то типа того, как всегда, я не помню эти названия. Час от Ки-Веста или два часа от Ки-Веста. Мы уже здесь были. Сейчас 4 часа дня. Конечно, пляжик сегодня грязный. Ничего, малым лодку надуло. Что тут непонятные какие-то дебри. Мы там проезжали такие красивые эти пейзажи. You understand that you can go far, right? You understand that you can go far, right? Все забываю, что у меня эта камера, она waterproof, водонепроницаемая. Если я грохнусь... Oh my God, let me see. Такая теплая вода. Тихо, 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 не кричи. Ой! Блин. My God. Guys. Зак, Зак. Be careful, don't go upside down the water. Покажи маме. Ой, какой маленький, такой хороший. I'm sure you find... Не пугай его. Я не пугаю. А сейчас. Ой, щекотно. Щекотно, конечно, он же ползет. Отпускаешь? Ну, отпускай. Пусть плывет, да? Почему? Ой, он поплыл, поплыл, поплыл. Мы через такой дождь проехали, думали, не доедем. Be careful. Аллу, за лодкой кто будет смотреть? Я тогда. I'm gonna swim on the boat. Все. Устроилась. Bye. No. Hey. Мам, мы будем плавать. А? Садись. Залезешь сюда? Нет, ты нет. Нет, не залезешь. Это только бинарка. Все, нашла лодку. За пять. Ну давай толкай. За $5 в магазине продаются у нас всякие пляжные такие. Малой меня. What? Малой меня толкает. Зак, don't push me far away, Зак. Okay. Just swimming around. Swimming around, хорошо. Тут бы весла еще не мешало бы вот сюда прикрепить, было бы хорошо. Конечно, тут-то грязно. Ну, я имею в виду, что вода грязная. Там на некоторых берегах вода очень чистая, а здесь такие водоросли. Вот. Так отдыхаем. Купила себе новую эту штучку. Солнце. Ну, может, и хорошо, что мы попозже приехали, потому что днем вообще невыносимая жара. И я думала, что мы зря едем. Уже хотела развернуться обратно. Что был очень сильный дождь. И дорогу не было видно вообще. Я думаю, ну все, трындец. Сейчас 3 часа ехать, туда приедем, там тоже будет такой ливень. Думаю, бедные дети, я их в машине 3 часа колошматила. Но мы проехали этот дождь довольно-таки успешно. И, как вы видите, здесь чудесная погода, светит солнце. Они вон там каких-то крабов ловят. Так что, да, наверное, это правда, что после дождя бывает...
бывает солнце. Нужно бурю переждать. Did you find something? Nah, look at now. Okay.